А кубанские лидеры сборной России по гребле на байдарках и каноэ Виктор Мелантьев и Олеся Ромасенко в составе национальной команды отправились на сбор в Турцию. Самые титулованные гребцы страны регулярно уезжают осенью и зимой на юг, за рубеж. До этого каноисты тренировались на озере Старая Кубань. Трехнедельный сбор будет сильно отличаться от предыдущей подготовки. В первую очередь организация самого процесса, чтобы все происходило без сбоев, четко, как вот по часам. Знаете, пришел человек, он здесь, отренировался, поел, поспал, дальше вечерняя тренировка и так дальше. То есть только так делается результат. Так сумбурно, это, знаете, как можно выиграть случайно, но проиграть случайно не получится. Сезон для сильнейших гребцов завершился еще в августе двумя московскими стартами. Мелантьев на чемпионате России выиграл 3 серебряные, 1 золотую медаль, а следом на Кубке президента дважды победил на 500-метровке, в четверке и миксте с Ромасенко. У Олеси полный комплект медалей национального чемпионата, а также золото и 2 серебра Кубка. В процессе сезона набираем ту скорость гоночную, где мы уже достойно выступаем на международных соревнованиях. Ну, как бы, если можно выразиться в баллах, то ну, на твердую четверочку можно сказать, что сезон сложился нормально. Весной будущего года на чемпионате России Мелантьев и Ромасенко поборются за личные лицензии на Олимпиаду в Токио. До этого будут тренироваться с перерывами на продолжительных зарубежных сборах.